дедушка удружил по знакомству, по соседству. Ты, дедушка Мороз, борода из ваты, всем подарочки принес ты наш бородатый. Здравствуйте, друзья мои, усть-лабинцы! Здравствуйте, ребята! Не слышу! Привет! Ура! Вот вы и попали на новогоднее представление, на новогоднюю сказку. Итак, сегодня самый лучший в мире праздник, и я пришел, чтобы вас поздравить. А вот вы, а взамен от вас я жду какой-нибудь тортик, варенье и большой кулек конфет. Стоп, Карлсон! Что такое? Это ты должен ребятам дарить большие кульки с конфетами, подарки и торты. Несчастный Кикимори говорит. Ой-ой-ой, давай, давай!
с парохода в плите убежал. Мороз, друг девчонок и мальчишек, начитавшись детских книжек, закричал: «Так будет круто!» И, усевшись за компьютер, он отправил сообщение. Детям елку выбирал, что на праздника я ждал своей мамы.